Здравствуйте, дорогие зрители. В сегодняшней передаче я хочу вам рассказать о новом модном виде фитнеса. Это тренировки в пружинящих ботинках Kinga Jumps. Что это такое за зверь? Эти ботинки были разработаны канадским ортопедом еще в 1994 году. И чуть позже, буквально через пару лет, непосредственно эти ботинки уже заняли свое место в фитнес-индустрии. Эти ботинки разработаны для реабилитации спортсменов после травм позвоночника и суставов. В этих ботинках заниматься очень полезно, потому что они обладают терапевтическими свойствами. Этот ботинок состоит из подошвы, которая оснащена системой IP-System. Она состоит из двух дуг и пружины. Именно эта система уникальна, потому что у ботинка очень хорошая амортизация. И во время тренировки нет столкновения с твердой поверхностью. И практически на 80% вы бережете свою спину и свои суставы. Kinga Jumps – это высокоинтенсивная кардионагрузка. Но так как каждый ботинок весит около 2 кг, во время кардиотренировки происходит еще силовая тренировка. Вы улучшаете и ускоряете свои обменные процессы. Таким образом, жиросжигание происходит в 2 раза быстрее и эффективнее. И результаты вы увидите уже в 2 раза быстрее, нежели на обычной фитнес-тренировки или аэробики. Сегодня я вам продемонстрирую, что заниматься в ботинках очень легко, а еще и весело. Тренировка Kinga Jumps состоит из нескольких элементов, которые просты в использовании. Это обязательно разминка, основная часть и заминка, и танцевальная связочка. Заниматься могут как новички, которые только пришли, интересно заниматься, так и стареньким, которые уже давным-давно ходят. И сейчас я вам покажу, как это происходит. Тренировку очень легко и просто могут пройти как новички, так и те, которые занимаются достаточно длительное время. Жду вас на своих тренировочках Kinga Jumps в фитнес-клубе Gym Style. Спасибо за внимание. Всего хорошего.